Мама, да что ж вы танцует. Все шуточки да хахоньки свои делаете? Это же да, деньги! Всем привет! Да, скажи, пожалуйста, Рома, за что ты любишь Краснодар? Море рядом. Это море да. рядом, Леха рядом. Калинская рядом, 120 километров. Хорошо. Краснодар, моя любовь. Два места, два места. Поехали. Срочные новости. Срочные новости. Сегодня в Каневской платные перекрестки. Все. И Рома. Алло, мам, дорого. Скинь на карту, доехать не могу. Вот квартал давай. Вы против повышения чего? Мы против того, чтобы все было платно. Да, правильно. Мы хотим халявы. Мы хотим... Вот с этой фразой нас забрали ППСники из Алексеевских бань. Мы вышли с Ромой, ему говорит счет. Рома говорит... Я за то, что им собрались все эти путана, потом такая драка была. Нет, она... Тема телевидения, нельзя говорить про алкоголь, но можно сказать про это не проблема. Район Первореченский. Мы делаем мультики, и у нас есть генеральный спонсор. Тогда чаще мой голову, а сейчас реклама. Первореченск. Пиво. Это не проблема. О, деньги пришли. Давайте поаплодируем генеральному спонсору. Значит, ребята. Я прочитал это. И новость как бы оп, и ушла. Для кого читал, непонятно. У нас есть некая забава под названием «Пятничный блиц». Мы задаем короткие веселые вопросы. Синица пришла. Рома, садись. Отлично, блиц, это моя фишка. Давай, 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 давай. Рома блиц. Рома блиц. Зачем нужны золотые запонки? Чтобы понтоваться. Почему молоток так выглядит? Ну, а вы его, мать, видели? Почему тараканы наглые? Они, они ничего не знают обо мне. Съел его. Как называется мультфильм про коричневую собаку? Какашка тоже кличка. Продолжи фразу. Дорогие краснодарцы. Вы красавцы. Куда ты отправишься на выходных? Ты как в Таиланде говоришь женщинам. Скоро с Алексеем, правда, порознь, но я еду в Европу, Алексей едет тоже в Европу. Мы решили... Порознь. Две Европы? Мы решили... Две Европы. Видел хоть одну серию сериала «Приключения Лешего и Беса»? Да. Да, чуть-чуть. А то ты очень весело играешь. Вот это видел, понятно. Как вы недавно... Мы вернулись. Мы вернулись из Таиланда, да. Мы вернулись, так говорит врач. Летом, 1 июня, да, у нас выходит второй... Раз. Второй раз, да, у нас выходит что-то, какое-то видео. Из головы ребенка вышел Бэтмен.